Около десятка жильцов проблемного жилого комплекса «Махабад» снова у порога парламента. Избиратели требуют встречи с депутатами. На повестке один и тот же нерешенный вопрос – выселение жильцов из квартир. Но просто так прийти и попасть на аудиенцию к парламентариям в Казахстане невозможно. Мало того, что сегодня неприемный день, мало того, что идет пленарное заседание с целым пакетом законопроектов, еще и всякие ходоки отвлекают от срочного оказания, к примеру, безвозмездной военно-технической помощи Таджикистану. Ближе к вечеру в рамках парламента и вовсе как сковородка накаляется внутриполитическая площадка. Пока просители ходили кругами, на политическом олимпе смена почетного караула. Второе лицо государства, спикер сената Кайрат Мами, возвращается на свой прежний пост главы Верховного суда. А вторым человеком страны во второй раз в своей личной биографии вновь становится Касым-Жомарт Токаев. Последний безуспешный массовый визит к стенам парламента тут проходил месяц назад. Депутаты тогда тоже не услышали электорат. Как показал день сегодняшний, все возвращается на круги своя, независимо от чинов и регалий.